Вибрационный просеиватель муки «Каскад» состоит из следующих частей. Генератор колебаний, приемный бункер, загрузочный бункер. Мукопросеиватель «Каскад» предназначен для просеивания, рыхления и обогащения воздухом, аэрации, основного кулинарного ингредиента муки. Мукопросеиватель также используется для удаления из муки металлических вкраплений и посторонних частиц. Принцип действия установки заключается в использовании вибрирующего сита, через которое порциями, не более 5 кг за прием, пропускается мука. Технологическая гайка «Барашек» обеспечивает быстрое закрепление бункера ситом на виброплатформе. Все емкостные бункеры и элементы, контактирующие с мукой, за исключением сита и крышки, изготовлены из пищевой нержавеющей стали. Мукопросеиватель снабжен устройством магнитного уловителя сепарирования, необходимого для удержания на своей поверхности металлических частиц. Размер ячейки сита составляет 1,2 мм. Работает мукопросеиватель «Каскад» от сети напряжением 380 вольт. Потребляемая мощность 0,18 кВт. Емкость бункера составляет 40 литров. Производительность 150 кг в час. Габаритные размеры 452 мм на 620 мм на 870 мм. Масса мукопросеивателя составляет 45 кг. Мукопросеиватель «Каскад» производства компании «Атеси» является полностью сертифицированным. Все сертификаты вы можете найти на сайте компании «Атеси» atesi.ru. Также на сайте вы можете найти паспорта на оборудование, производимое компанией «Атеси», и описание его работы.